Город преображается. Помимо расцветающих сакур и магнолий, в Одессе начали высаживать яркие цветочные композиции, а также новые кустарники и деревья. Планируется, что в этом году площадь летних клумб составит около 7 тысяч квадратных метров. Высадить хотят около 600 тысяч цветов. Всю неделю сотрудники Горзелентреста благоустраивали Стамбульский парк. Коммунальщики вовсю готовят город к лету. На склонах Стамбульского парка появились цветочные вензеля. Тут высадили более 10 тысяч экземпляров яркой петунии. Все цветы и кустарники, которые мы видим в нашем городе, выращивают специалисты Горзелентреста в собственной теплице. Цветочные орнаменты будут традиционно состоять из сальвии, петуния, гератума, тагетиса и хлорофитума. Свой нарядный вид цветы сохранят до первых заморозков.